Недавно монахиням Челябинского Адигитриевского монастыря было передано порядка 10 объемных папок с документами. В основном это отчеты благочинных о быте обители, послужные списки насельниц монастыря, по которым можно восстановить их биографии. Но есть среди бумаг и весьма интересные. Речь идет о протоколах, касающихся 1917 года. Данные документы необходимо не просто отсканировать, а превратить в текст. Монастырь приглашает всех, кто мечтает прикоснуться к истории, помочь в оцифровке документов. Желающие могут обратиться непосредственно в Адигитриевскую обитель к монахине Севастиане или написать ей в личное сообщение групп ВКонтакте.